Недавно мы готовили дрожжевую тонкую пиццу. Рецепт теста для этой пиццы есть у меня на канале. Ссылку на него вы видите на экране. Сейчас же мы приготовим очень вкусное тесто для творожной бездрожжевой пиццы. Я думаю, этот рецепт тоже очень интересный и стоит внимания. Для приготовления теста нам потребуется творог, яйцо, молоко, растительное масло, сода, разрыхлитель, соль и мука. Соединим муку и разрыхлитель. И перемешаем с помощью венчика. В удобной емкости соединим творог, молоко, растительное масло и яйцо. А также добавим соду и соль. Перетираем до однородности вилкой. Частями всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Когда вилкой уже месить неудобно, подмесим тесто слегка руками. Вот такое вот мягкое тесто получается, его долго вымешивать не нужно, чтобы оно не стало жестким. Мукой слишком забивать его тоже не нужно. Оно немножечко даже остается еще липковатым, совсем немножко. Лучше во время раскатки подпылить при необходимости мукой. Раскатываем подготовленное тесто на пергаменте. До толщины около 2-3 мм. И затем выкладываю на тесто подготовленную начинку. Поливаю соусом. Соус состоит у меня из томатной пасты и майонеза, в который я добавила чеснок и немного перца. Сыр, затем грибы, обжаренные с луком, оливки и затем укроп. Вы же, конечно, можете использовать абсолютно любую начинку, какая вам нравится. И отправляем пиццу в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем пиццу около 15 минут, ориентируемся на донышко пиццы. Она должна зарумяниться, а верх оставаться нежным и сочным. Очень вкусное тесто и пицца.